Здорово, пацаны. Сегодня на улице дикая жара, плюс 31 градус. Вот китайские гейши прислали VR, без него никак. И я, как обещал, пришел на рыбалку. На рыбалке труба, жара адская. Славик не пошел, говорит, я по такой жаре не справлюсь. Но я решил все-таки пойти. Как я мог не доставить подписчикам такое дикое удовольствие, как человек мучается на безумной жаре и хочет еще поймать рыбу. Многие люди думают, что рыбу в такую жару поймать невозможно. Я буду пробовать. Я буду пробовать в любом случае ее поймать. Самое главное в рыбалке что? Подкормить рыбу. Вот сейчас я буду ее подкармливать. Я сварил перловочки. Туда накрошил хлеба. Перемешал все хорошенько. Ну и как рекомендуют бывалые рыболовы, туда нахреначил чеснока. Жрать можно. Как взять руками и жрать вкусно. Но предполагаю, что это не сработает. И поэтому у меня есть вот такая штука. Масло конопли. Это именно то масло конопли, которое Славик предлагал брызгать на сигареты и курить. Но я думаю, это для рыбы как раз будет то, что надо. И вот мы теперь брызгаем сюда. Есть один секрет в моей подкормке. Вы просто сейчас охренеете. Берите себе на заметку. Вы видите эту прекрасную льдину? Это фантастическая льдина со снежком. Вот сейчас я ее туда закину, и рыбы прям на лед будут выпрыгивать, на льдину. И мы их просто будем собирать со льдины. Итак, забрасываем. Для рыб это как фруктовый лед. Сейчас они сами выпрыгивать начнут. Вот сейчас там у рыб идет максимальное возбуждение от наркотиков. Вот, обратите внимание, посмотрите, там все же запузырилось. Смотри, 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 как вылаживает. Видите? Крупняк, серьезный крупняк. Вылаживает конкретно. Сейчас. Серьезный крупняк. Первый улов. Мелочь отпускаем, крупных складываем в баночку из-под вазелина. Хочу это дело все взбрызнуть вот тут какой-то гориллой. Juicy Energy, манго. Иначе никак. Потому что по такой жаре водку пить не рекомендуется. Приходится себя побаловать гориллой. Сила, бодрость, красота, плюс хорошее настроение. Парни, мне удалось поймать ротана. Ротан, братан, братан, ротан. Это вообще трындец. Вот такая маленькая рыба, вот она у меня сейчас, ну, я не знаю, блядь, заглотила, падла. Хотя я даже не понимаю, кто это, ёрш, что ли? Или ротан, блин. Она заглотила у меня. А, не, ротан. А, нихера, у него там зубки. Ты крючок вообще заглотил, глянь. Морда. Вау. Аны, здесь есть еще и хорошенькие. Вот, сейчас такой нормальненький попался. Более-менее. Это ж не селявка, а уже карась. Я ж говорил, карась. Короче, хочу что, пацаны, сказать. Значит, моя прикормка со льдом работает лучше всех. Так что делайте, как я вас учу. Замораживать ее до льда, потом в воду. Льдина плавает, сибели клубятся. Рыба интересуется, подплывает. И все у вас становится хорошо. Блин, пацаны, страшная рыба пошла. Ротаны с ладошку поперли. Вообще, прикормка действует на ура. Полный ураган. Делайте, как я. И ставьте лайки.
за таких-то ротанов. Ух, блин, вещь. Но пока у нас идет активный клев, тут у местных жаб идет брачный период. Вот видно, как один матерый жаб прижучил жабищу. Им это очень нравится. А я ловлю карасиков. Парни, ваши лайки помогают мне поймать карасиков. Вот так-то. Парни, у нас в магазинах черви стоят по 50 рублей. Я вот специально высыпал из баночки вот этих червяков. Они там в земле закопались. Думаю, дай посмотрю, сколько там этих червяков. Блин, нашел, короче, 5 червяков. То есть, получается, один червь десятку стоит. Это вообще очень выгодный бизнес. Можно миллион червей накопать, выгодно их продать и сразу стать миллионером. Заработал свой первый миллион на червях. Представляете? Выкладывает! Ха-ха-ха-ха! Я же говорю, черви элитные. Штучка 10 рублей. Так вот, о чем я. Тут главное не в том, что поймал ты мелочь, не мелочь. Там крупная, не крупная. Тут главное дело своей супруге показать, что ты добытчик. То есть можешь. Пацаны, смотрите, какой золотой. Золотую рыбку поймал. Желание буду сейчас загадывать. Вообще золотой. Давненько золотых карасей не ловил. Прикольно. Ну какой таймень. Караси, они вот такие-то вот меленькие вроде. Многие скажут, ой, да что ты там мелочь ловишь. Тут главное не в мелочи дело. Ты ее попробуй поймать. Вот чем вся фича. 6 лет, пацаны, на промысел хожу. Профессионал. Без рыбы никогда не бываю. Вот сейчас подкормлю еще хорошенько. Хотя там и так он все херачит. Ладно, там в сторонку кинул. Блин, пацаны, не могу уйти. Уже тут это, и гейши звонят, и жена звонит, и все звонят, а я не могу уйти. Клёв вообще бешеный. Один за одним, вот одним глазом сюда, а вторым вон туда. Вот не могу просто оторваться, клёв вообще труба, хотя жара 31 градус. Вот кто там говорил, кто там писал в комментариях, что ни хрена не ловится, и активаторы клёва не работают, все тут нахрен работает, еще как работает. Вы мне тут еще скажите, что это пруд платный. Это не платный пруд, это болото. Реальное болото. Вон, покажите, смотрите. Как болото, тут лягушки вон спариваются. Ну вот, пацаны, закончилась моя рыбалка. Клев был очень энергичный. Я провел очень хорошо время. Другое дело, придешь на жаре, сидишь, ни одной поклевки. Я тут как пришел, как началось. Прикормочка-то действует, да? Берите на заметку. А то там понапишут каких-то роликов, там вау-вау. Вот, вау-вау, кинул льдину. Побрызгал коноплей, все, есть. А теперь пью джуз. Обмываю рыбалку. Классненько. О! Вот они лежат. О! Вещь! Главное не количество рыбы, а главное бабе показать, что ты добытчик, мол, можешь, со мной не пропадешь. Вот такие-то вот дела. Берите тоже на заметку. Так что все подписывайтесь на наш офигенский канал, где дают дельные советы. Всем пока!